Разговаривают две подруги, и одна другой говорит: «Блин, муж, зараза, такой стал, совсем меня не удовлетворяет». А другая: «Слушай, а что случилось, что не так? Да сама не знаю. С порога не успеет зайти, перешагнуть, а уже кричит: жрать давай!» А другая говорит: «Слушай, ну ты не расстраивайся. Сходи в секс-шоп-магазин, купи себе шортики коротенькие, плеточку, масочку такую, и встреть его в этом виде». Через неделю они встречаются, и та подруга спрашивает: «Ну, как, что, чего было?» Она: «Ой, да ничего хорошего. Открыл дверь и с порога кричит: Зорро, жрать давай!» Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.